Уже в самое ближайшее время в центральных регионах России резко ухудшится погода. МЧС и синоптики объявили о предпоследнем оранжевом уровне опасности. Так, в столице метели сильный ветер ожидают уже этой ночью. И сейчас самый подробный прогноз на прямой связи с гидрометцентра Людмила Паршина. Людмила, здравствуйте. Здравствуйте, Виталий. Ну вот резкое ухудшение погоды после таких морозных, но стабильных дней. Какую территорию охватит циклон? Весьма обширную. На северо-восток европейской части России продвигается южный циклон, и центр страны накроет волна снегопадов. Завтра сильный снег пройдет в Белгородской, Курской, Рязанской, Брянской, Орловской областях. Возможно, налипание мокрого снега и гололед. Морозы там ослабеют до -2–6 градусов, в Воронежской области до +2. Но на севере и западе будет еще -10–15. В Москве завтра снег будет идти целый день. Ожидается сильный ветер до 17 метров в секунду и метель. При этом Петербург непогода не затронет, там без осадков и сохранится мороз. Кстати, в Петербурге было и -26, там морозы переносятся особенно тяжело. Похоже, циклон ситуацию не исправит. Нет, не исправит, потому что северная столица оказалась в зоне влияния антициклона. На северо-западе страны снег будет менее интенсивным, температурный режим ниже нормы. Завтра днем -16–21. В воскресенье мороз слабее, на 5 градусов. Днем -11–16. Ночная температура будет доходить до -30. В Калининградской области осадки, гололед, повышение температуры до -4–1. В Карелии без существенных перемен оба дня -15–20. Пройдет слабый снег. В Мурманской области около 15 градусов мороза, преимущественно без осадков. В Архангельской и Вологодской областях мороз сильнее, -20–25. А вот в Коми в субботу еще холодно, -25–30, ночью почти до -40. В воскресенье под влиянием южного циклона на юге снег и градусов на 5–10 теплее. Людмила, а где ожидаются самые сильные снегопады? Основной удар южный циклон направит на Поволжье. Там сильный снег во всех регионах, от правобережья до Удмуртии и Оренбургской области, а также порывистый ветер. В заволжских районах до 17–22 метров в секунду, метель. В среднем Поволжье налипание мокрого снега, на дорогах накат и гололедица. На севере Поволжья небольшое похолодание, от -2–7 до -5–10 градусов. В среднем Поволжье субботу потеплеет до 0–5, в воскресенье подморозит до -8. Так, а что на юге, откуда, собственно, и придут осадки? Там погоду определяет атмосферный фронт с запада. Дожди сменятся мокрым снегом, он пройдет в горах Северного Кавказа, из-за чего будет лавиноопасно. В Крыму и на Черноморском побережье от Сочи до Туапсе осадки сильные. Кроме того, ветрено и на дорогах гололедится. Днем от -4 до +1, в районе Сочи и Ялты до 9 градусов тепла. Ну и теперь подробнее в цифрах о погоде в двух столицах. В Петербурге погода морозная и без осадков. Ночью -21–24, днем -18–20. В Москве завтра ожидается резкое ухудшение погоды. Сильный ветер, метель и 11–13 мороза. В воскресенье снег прекратится и похолодает до -14–16 градусов. В начале рабочей недели ненадолго вернутся 20-градусные морозы, но снегопадов пока не ожидается. Прогноз от Людмилы Паршиной. Еще раз напоминаю, будьте внимательны на улицах и особенно за рулем.